Den hat der Enno selber geschnitten. Und nicht das Schwein, sondern so ein Riesen Parmaschinken. В этом доме в городе Висбадене всегда многолюдно. Сейчас здесь гостят родственники из Швейцарии. Хозяин дома, доктор медицины Энно фон Ринтелен. Его жена Клотильда, урожденная графиня фон Меренберг. Графиня Доминика Лорис Меликова. Грегор фон Ринтелен. Was ist jetzt mit diesem Dorf gewesen? Da hast du ja schon gesagt. Also, weißt, aber den haben wir gar nicht gefragt, mit einem kleinen Alain. Graf Michel Loris Melikov. Wie alt ist er jetzt? Der ist noch klein. 7. 8 ist er. 8 Monate. 8 Jahre, ja. Wann waren wir denn in Köln unten zusammen? Der ist schon 8 Jahre alt. Nikolas von Rintelen. Ah ja. Wann ist denn der geboren? So läuft doch ein Pushkin-Nachkommen nicht rum. Und dann noch ein Loris Melikov. Und noch drei. Oh. Mit der Zigarette in der Hand und geschlichen. Sehe ich aus wie ein Drögel. Ja, schon, ja. Ihr wisst das noch nicht, doch, doch, natürlich. Wer weiß, was du hast genauso, wie wir das vorher auch gewusst haben. Michel, ja? Was seid ihr für Enkel vom General Loris Melikov? Gleich 100 Jahre später. Каждый из них, кроме хозяина дома, может сказать, что Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, его пра-пра или пра-пра-пра дедушка. Только не все могут сказать это по-русски. Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море, но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести и заботы треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой упрощальной. Павлу Воиновичу Нащекину. 27 мая 1836 года. Из Петербурга в Москву. Любезный мой Павел Воинович, я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Дай Бог не сглазить, все идет хорошо.
Мой любезный Павел Воинович, желал бы я взглянуть на твою семейственную жизнь и ею порадоваться. Ведь и я тут участвовал, и я имел влияние на решительный переворот твоей жизни. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно, ему досадно видеть новые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающего. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились. Жизнь моя в Петербурге не то, ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать, но нет у меня досуга, вольной жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде. Все это требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца? У Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Николаевны было четверо детей. Маша, Саша, Гриша и Наташа. Или, как ее звали в семье, Таша. И 19 внуков. 13 детей старшего сына Александра, шестеро у Натальи. Ее первый брак не был удачен. 16 лет наперекор матери она вышла замуж за Михаила Дубельта. Через несколько лет встреча с принцем Николасом Нассау перевернула всю ее жизнь. Дело-то в том, что у Пушкина было многочисленное потомство и в разных странах, и в самых высоких слоях общества. И это имеет очень большое значение. Поэтому Наталья Николаевна, когда стремилась выдать своих дочерей за титулованных больших людей, она, в сущности, сделала очень великое дело, большое дело. Потому что эти потомки Пушкина, занимая в своем обществе, в своих странах высокое положение, пропагандируют Пушкина. Они теперь поняли, что такое Пушкин. Если раньше они немножко стыдились того, что они потомки поэта, и как-то об этом умалчивали, тем более поэты еще с некоторой примесью африканской крови, то теперь они гордятся, они понимают, что Пушкин – это не только русское явление русского духа, но что это явление мировой культуры. Дмитрий Сергеевич Лихачев прав. Зарубежные потомки поэта порой не знакомы друг с другом, но, встретившись в Петербурге на месте дуэли, они заново переживают трагедию их великого предка и объединяются единым чувством духовной близости и любви. Майра, можете нам сказать несколько слов насчет вашей программы в Шотландии по поводу Пушкинской премии, которую вы начали? Я хотела учредить детскую литературную премию для учащихся средних школ Шотландии.
как сделала моя племянница в Северной Ирландии. За 2 года из 32 школ нашего округа в конкурсе приняли участие 23 школы и 12 школ из соседнего округа. В прошлом году свои работы представили около 2000 детей, и их количество постоянно увеличивается. Дети учатся выражать себя в творчестве. И мы надеемся, что с помощью Пушкина дети Шотландии и России подружатся между собой. И что в новое столетие они вступят с творческим опытом, на который их вдохновил Пушкин. Находиться на том самом месте, где был убит Пушкин, глубоко трагично, поскольку осознаешь, что именно здесь оборвалась жизнь великого поэта. Но у меня возникают и другие ощущения. Из его смерти возрождается новая жизнь, как птица Феникс из пепла. Ведь именно с помощью Пушкина мы пытались развить в детях тягу к литературному творчеству. Пушкинская энергия живет и после его смерти, и для ирландских детей его имя – источник вдохновения. Ich bin hier sehr traurig geworden, denn ich habe hier in St. Petersburg, wenn man so sagen will, zweimal. Мне здесь становится очень грустно, потому что в Петербурге были убиты 2 моих предка. Один при покушении, другой на дуэли. Дочь Пушкина Наталья, прабабушка Клотильды фон Ринтелен, выйдя замуж за принца Николаса Нассау, поселилась в Висбадене, далеком немецком городе, который стал ее второй родиной. Здесь она прожила долгую жизнь и скончалась в 1913 году. В Висбадене она и похоронена. Когда в 1991 году Клотильда впервые приехала в Россию на юбилейные торжества Царско-сельского лицея, она привезла с собой бесценный подарок – семейный альбом Натальи Александровны. Ранее, в 1967 году, здесь побывал Ираклий Андроников. Он первый заметил, что в вырезе и изгибе ноздрей Клотильды явно чувствуется пушкинская порода. Тогда же Клотильда передала в фонд Пушкина фамильные документы, среди которых был вид на жительство, выданный в 1864 году Наталье Дубельт, позволявший ей до официального развода жить отдельно от мужа. Das für einen Vater. Ja, das hier. Wo ist das Ding? Was ist das für ein Badum? Клотильда фон Ринтелен, врач-психиатр. Вместе с мужем Энно они занимаются частной практикой и пользуются в Висбадене большим уважением. У Клотильды и Энно 3 сына. Александр, Николас и Грегор. Не семейная ли пушкинская традиция в этих именах? Или в честь другого Александра?
Natürlich. Wurde ja auch immer gut gefallen. Sieht toll aus. Hier der Papi und da die Strahlen, die so zum Abend kommen. Ja, er hat einen heiligen Schal. Das ist doch ganz gut. Ja. Den kennt ihr auch noch, gell? Der ist so groß wie du. Der ist jetzt so groß wie du. Der ist jetzt so groß wie du und fast auch so breit. Dann sollten wir mal anrufen, ob er vorbeikommt. Michi? Ja, das ist doch der, wo in Tini immer... Michi! Der Klee. Ah, jo. Der Klee. Rosalie lacht nicht so ganz kaputt, die haben noch nicht so ein scheiß Schachspiel gesehen. Осознавать себя прапраправнуком великого русского поэта в полной мере они стали недавно. Гораздо предпочтительнее было наследие дома Нассау. Прадед чуть-чуть не стал великим герцогом люксембургским. К тому же прапрадедом был сам русский император Александр II. А у Доминика Мишеля другой прапрадед, знаменитый министр-реформатор Михаил Тарелович Лорис Меликов. Бывают странные сближения. Александр, старший сын Энно и Клотильды фон Ринтелен. Он учится в Швейцарии, склонен к философии и предпочитает уединение. Ich lebe seit meiner Geburt in Wiesbaden und habe durch die Erzählung meiner Mutter doch etwas von der russischen Kultur mitbekommen. Я с рождения живу в Висбадене. Из рассказов моей матери кое-что узнал о русской культуре. Von Alexander dem Zweiten und von Alexander Pushkin. Я слышал о Петре Великом, Александре Втором, Александре Пушкине. Peter der Erste entsprochen. Однако моему юношескому темпераменту более всего соответствовал Петр Первый. И мне в этом государственном деятеле более всего импонировала способность смотреть в будущее и действовать с размахом. Я говорю это потому, что придерживаюсь мнения. Немного пользы в том, чтобы слишком часто заглядывать в прошлое, а также придавать слишком большое значение кровному родству. Это не тот путь, который нас освободит и сблизит. Но нам, немцам и русским, следовало бы больше обращать внимание на наше духовное родство, на духовное родство вообще всех людей, которые не чужды как православным, так и католикам. С Николасом мы уже знакомы. Это моя бабушка. Weiß ich. Jetzt weiß ich. Also man sagt mir immer, ich hätte das gleiche Profil. Мне все время говорят, что у меня такой же профиль, как у Натальи Пушкиной. Татьяна Меттерних считает, что это ужасно для молодого человека. Но я такой, и в этом совсем не виноват. Лучше бы она была моей женой, чем прапрабабушкой. Да, одному надоедает все время смотреть на своих пращуров, другому это нравится. Сейчас вы увидели наш дом и моя семья, но я хочу, чтобы вы знаете, что мы абсолютно нормальная семья, и я тоже абсолютно нормальная женщина. Но мой муж говорит, что неправильно, я чуть-чуть verrückt manchmal. Чуть-чуть сумасшедшая. Так же говорили и о ее прабабке Наталье. На этом кольце герб графов фон Меренберг. Меренберг – это старинная крепость невдалеке от Висбадена. Ей около 1000 лет. Так как брак был неравным, и дочь Пушкина
выйдя замуж за принца из владительного дома герцогов Нассау, не могла носить его титул и имя. Наталье Александровне был присвоен титул графини Меренберг. Этот титул перешел к ее детям и внукам. Бибрихский дворец, летняя резиденция герцогов Нассау. Здесь родился принц Николас. Много воспоминаний хранит этот дворец о графине Наталье фон Меренберг. Сейчас мы находимся на парадной лестнице Бибрихского дворца, которая была сооружена специально для визита Александра II в 1866 году. Эту лестницу можно рассматривать как символ связи трех семейств – Нассау, Романовых и Пушкина. Николас фон Нассау познакомился со своей будущей женой Натальей Пушкиной, дочерью великого поэта Александра Сергеевича, на коронационном балу Александра II и Марии Гессенской в Москве. От первой встречи на торжествах 1856 года до их свадьбы прошло 11 лет. К тому времени у Натальи Александровны Дубельт было уже трое детей от первого брака. Так что дочь Натальи Пушкиной, которую тоже звали Наталья Пушкина, вышла замуж за Николаса Нассау. У них был сын, граф Георг фон Меренберг. А Георг фон Меренберг женился на Ольге Юрьевской. Георг Меренберг, да. На Ольге Юрьевской, дочери Александра II, для которого здесь была сооружена лестница. Значит, из царской семьи? Да. Вероятно, Пушкину никогда и во сне бы не могло присниться, что однажды один из его потомков породнится с царской семьей, так как у Пушкина всегда были какие-то проблемы со двором. И он был даже отправлен в ссылку в Михайловскую. Да, правильно. Греческая капелла, как ее здесь называют, это возвышающийся над Висбаденом русский православный храм Святой Елизаветы. Старший брат принца Николаса, герцог Адольф, возвел его в память своей супруги, урожденной великой княжны Елизаветы Михайловны, племянница императоров Александра I и Николая I. Она скончалась 19 лет при родах первого ребенка, с которым здесь и погребена. Русское православное кладбище в Висбадене – единственное в своем роде на западе Германии. Здесь похоронены дети от марганатического брака Александра II и Екатерины Долгоруковой, светлейшей княгини Юрьевской, Георгий и Ольга. Вышедшая замуж за сына Натальи Меренберг
Ольга Юрьевская породнила потомков Пушкина с царствующим домом Романовых. Принц Николас Нассау, Наталья Меренберг и их дети жили на окраине Висбадена, на Зоненбергштрассе, в доме номер 44, как частные лица. После их смерти дом был продан. Как уже говорилось, старший брат Николаса, герцог Адольф фон Нассау, в 1890 году стал великим герцогом люксембургским. А в 1912 году, после смерти его сына Вильгельма, трон оказался вакантным. И внук Пушкина, сын его дочери Натальи и принца Николаса, граф Георг фон Меренберг, заявил свои права на престол как ближайший претендент по мужской линии. Но люксембургский парламент решил спорный вопрос в пользу внучки герцога Адольфа, принцессы Марии Аделаиды. У графа Георга и его жены Ольги было двое детей. Георг, отец Клотильды, и Ольга, вышедшая замуж за графа Лорис Меликова. Ее внуков мы видели в гостях у Клотильды и Энну фон Ринкелен. Княгиня Татьяна Илларионовна Меттерних, урожденная русская княжна Васильчикова, живет недалеко от Висбадена в фамильном замке ее мужа Йоганнесберге. Это живая энциклопедия русского зарубежья. Она может рассказать многое и о многих, в том числе о графине Ольге Лорис Меликовой. Да, я ее хорошо знала, потому что она была очень близкой подруги моей Бельмейр, потому что она была между двумя поколениями, гораздо старше меня и гораздо моложе моей Бельмейр. И она ее очень любила, она была красивой, очень выдающейся женщиной, и издалека видна была как петербургская дама, как мы называли. Это был какой-то специальный жанр, который мы детьми узнавали издалека. И она нас каждый год навещала тут, и мы очень ее любили, она была такая живая и еще очень красивая женщина, с громадным юмором и очень жизнерадостно смотрела на то, что ее окружало. И мы ее, правда, к ней имели большую привязанность. Война не обошла стороной семью графа Георга Меренберга, отца Клотильды, брата Ольги Лорис Меликовой. Кадровый офицер, он обязан был служить в армии. И только болезнь спасла правнука Пушкина от кровавых сражений Русского фронта и Сталинграда. По воспоминаниям современников, графиня Наталья Меренберг, не изменившая православной веры, узнала о том, что царствующий герцог Нассауский не дозволит хоронить марганатическую жену вместе с супругом. Принц Николас умер в 1905 году и был погребен в Висбадене на старом кладбище в усыпальнице своей матери герцогини Паулины фон Нассау. В
Властная Наталья Александровна возмутилась запретом и взяла обещание со своего зятя, великого князя Михаила Михайловича, чтобы ее сожгли и пепел высыпали в склеп над гробом мужа. Он так и сделал. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Увы, среди толпы затерянный певец, безвестен буду я для новых поколений. И жертва темная, умрет мой слабый гений с печальной жизнью, с минутною молвой. Но если обо мне потомок поздний мой узнал, придет искать в стране сей отдаленной, близ праха славного мой след уединенный, брегов забвения оставя хладну сень, к нему слетит моя признательная тень, и будет мило мне его воспоминание. Auch da Aufnahmen machen kann in diesem Haus. Da hat die Natalie Puschkin gelebt. Ja, mit Nikolaus. Ja? Ja, genau. Wo die Aufnahmen, naja. Ja. Ich meine, ja doch, immerhin. Von außen und das Treppenhaus ist wunderschön. Ja. Das Treppenhaus ist wunderschön. Dann halt auch, in, wie das jetzt aussieht. Ja. Echt? Ja, weiß 46. Я Пьер Вирас Михайловская. И я понимаю, это прекрасное место, что Пушкин любил это место. И я понимаю, что он начинал поэзиям Пьер Вирас это место. Очень-очень прекрасное поэтит. Чесники вид. Очень трудно русская языка. Я научусь. Я очень тронула. Тронула, да? Тронула. Я хочу гулять одна. Пожалуйста. Für mich ist Puschkin ein bedeutender Schriftsteller und auch mein
Я здесь первый раз в Михайловской, в доме Пушкина, моего пра-пра-пра-дедушка. И это очень интересно узнать историю Пушкина. И я думаю, что для русских людей Пушкин уже живет. Das ist mir nirgendwo in keinem anderen Land, habe ich das gesehen, dass ein Schriftsteller, der eigentlich... Я нигде, ни в одной другой стране не видел того, чтобы писатель, который умер более 100 лет назад, был жив в памяти народа. И меня очень тронуло то, что почти у каждого памятника Пушкину лежат свежие цветы, и что его так любят. У графини Натальи Меренберг и принца Николаса Нассау, кроме сына Георга, было две дочери, Софья и Александра. У Александры, или Адды, детей не было. Судьбе было угодно, чтобы графиня Софья Николаевна Меренберг, внучка Пушкина, вышла в 1891 году замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Михайловича, получив титул графини де Торби. Император Александр III этот брак не признал, и супруги были вынуждены поселиться за пределами России. Они навсегда обосновались в Англии. Их дети и внуки стали англичанами. Вернеры, Филлипсы, Баттеры, Хамильтоны, Кроули, Гроссвеноры, Рэмзи, Маунтбеттены. С Россией, родиной их великого предка-поэта, они знакомы не так уж давно. В 1991 году на празднование 180-летия Царскосельского лицея приехали в Петербург праправнучки Пушкина. Джорджина Филлипс с дочерью, герцогиней Александрой Аберкорн, и ее сестра, леди Майра Баттер, со своими детьми. Великолепно, очень хорошие фотографии Чарльза и Джины. И ваши тоже, и Индии тоже. А эта фотография? А это Марита. Она здесь хорошо вышла. Здравствуйте. А вот и чай. Да, мой замечательный подарок. Это было чудесно, не правда ли, Джина? Взгляните, пожалуйста. Эти фотографии сделаны, когда мы были в России в октябре. Спасибо. Вы привезли их для нас? Да, это для вас, для Майры и для Чарльза. А вот и Индия, Хикс, только что приехала. Привет, Саша. Привет. And then what did you enjoy the most, Sasha, that, do you think, that trip we did? А что тебе больше всего понравилось, Саша, в том нашем путешествии? Столько замечательных моментов, но, может быть, последние фантастические часы. Помните? Да, никогда не забуду. Гимн, и мы все прослезились. Шел дождь, но, казалось, никто этого не замечает. Мы все были вместе, это было удивительно. Сергей подготовил для нас всякой всячины. Фейерверк, который мы совершенно не ожидали. Все зажглось. Помните? Под конец, над воротами. Инициалы и все прочее. Это было фантастично. Тогда открылся лицей. Мы были в тот вечер как раз на праздновании. Мы никогда этого не забудем. Так грустно, что у нас столько детей, но только четверо или пятеро были с нами, а не все 10. Я полагаю, они все побывают в России. У меня 14 внуков, которые должны когда-нибудь побывать в России. У меня 9, так что мы догоняем. Перенаселение.
мать Джорджины и Майры, графиня Анастасия Михайловна де Торби, по-английски Зия, вышла замуж за сэра Хэролда Уэрнера, владельца великолепного поместья Луттон-Ху в 100 километрах севернее Лондона. Дворец построил в 18 веке знаменитый архитектор Роберт Адам. Русские комнаты Луттон-Ху – это собрание семейных реликвий великого князя Михаила Михайловича. Коллекция изделий фирмы «Фаберже», портреты императоров. Мы гордимся нашими русскими предками – Александром Пушкиным и Николаем Первым, сказала как-то Джорджина Филлипс. Раньше их портреты висели напротив друг друга. Теперь портрет поэта в отдельной пушкинской комнате. Здесь, в Луттон-Ху, прошло детство Джорджины и Майры. I remember all those scents very much here, and running around in the park. One does remember the summer. All the good days are always in sunshine, yes. Я прекрасно помню все эти запахи и как мы бегали по парку. Обычно запоминается летнее время. Чудные денечки были, когда было солнечно. Я так отчетливо помню это время. Это очень странно. Мы, дети, обычно жили здесь на последнем этаже. И здесь всегда пахло мылом. Это было зеленое мыло. И оно пахло совершенно потрясающе. И когда мы вечером ложились спать, играл фонтан. И журчала вода. Кричали петухи, помнишь? И запах мыла, это было мыло ландыш, помнишь? Это я как раз помню. Именно так и было. И еще я помню службу в часовне. Моя бабушка была очень музыкальна. Она всегда оставляла после службы хор и играл орган. Это было чудесно. В 1989 году по инициативе Дмитрия Сергеевича Лихачева на аукционе «Сотбис» были куплены Фондом культуры письма Пушкина к жене. Долгое время они хранились у дочери поэта Натальи, потом у Софьи де Торби, а в 20-е годы великий князь Михаил Михайлович продал их Дягилеву. Джорджина помнит, как расстроилась и огорчилась ее мама, как она рассердилась, что дед это сделал. Мой второй брат, Михаил Михайлович, Миш-Миш, обожал военную службу и чувствовал себя превосходно в рядах лейб-гвардии егерского полка, вспоминал великий князь Александр Михайлович. Его располагающая внешность, благородное сердце и способности танцора сделали его любимцем петербургского большого света. Он вступил в марганатический брак с дочерью от марганатического же брака герцога Нассауского, дедушкой которой со стороны матери был Пушкин. Одна из его дочерей, которая известна в обществе по ее теперешнему титулу леди Мильфорд Хевен, вышла замуж за принца Баттенберга, двоюродного брата королевы испанской. Зия Уэрнер, хозяйка Луттон-Ху, ее старшая сестра. Когда я была девочкой, моя мама Зия часто говорила, что, по ее мнению, я очень похожа на Наталью Пушкин, мою прапрабабушку. А потом она, бывало, посмотрит на Пушкина и скажет, «И, по-моему, ты очень похожа на Пушкина, у тебя такой же нос». Я не знаю, что сейчас скажут,
Но она так думала. Мы выросли под рассказы о моей бабушке Наталье, которая любила собирать грибы в России. Мне об этом часто рассказывали. Вы хотите, чтобы я еще больше была похожа на Наталью? Боюсь, не смогу. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи нагробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Да, это Биг Бен. Среди полей сельской Англии башня Вестминстера здесь, в имении герцога Вестминстерского Итон-Холли, на своем месте. Род Гроссвеннеров, которому принадлежит герцог, владеет этими землями на западе Англии вот уже 9 веков, со времен нормандских завоеваний. Дворец недавно перестроен в соответствии с замыслом герцога Джеральда и его жены Натальи, дочери Джорджины Филлипс. Герцогиня Наталья, Талли, как ее называют в Англии, прапраправнучка Пушкина, является крестной матерью принца Уильяма, внука королевы Елизаветы. Не так давно Талли подарила Джеральду долгожданного наследника, будущего 7-го герцога Вестминстерского. Об этом писала вся английская пресса. Маленький Хью – один из богатейших мальчиков мира. Большой черный конь и хорошенькая белая лошадка. Смотри, какой большой меч. Посмотри на этот меч. Посмотри, какая здесь женщина сидит. Облака в небе. Смотри, смотри. Замечательный большой конь. Где большой конь? Смотри. Где конь? Можешь показать пальчиком? Ну-ка, покажи. Сегодня у герцогини Натальи в гостях ее сестра Марита Кроули со своими детьми. Пирует с дружиной вещи Олег при звоне веселом стакана, и кудри их белы, как утренний снег, над славной главою кургана. Я особенно люблю сказки Пушкина. Мои дети тоже их любят, и я часто им их читаю. Я сама пытаюсь писать сказки, и их публикуют в Южной Африке. Сейчас печатают очень много литературы для детей, а в действительности нет ничего лучше, чем то, что написал Пушкин и другие великие классики. Я также пытаюсь научиться говорить по-русски, чтобы читать Пушкина по-русски,
потому что, должно быть, он действительно непереводим. Кроме того, я написала пьесу о Пушкине, которую, я надеюсь, поставят в Англии. Сейчас ее переводит на русский язык мой преподаватель. Может быть, когда-нибудь она будет поставлена и в Санкт-Петербурге, и... Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по тайной воле провидения восходят, зреют и падут. Другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покамест упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Саша, помнишь эти фотографии? Это твой старший сын, когда он был пажом у королевы. Он был приглашен на праздник Святого Георгия. Ему было, по-моему, лет 14 или 15. Он был пажом и на церемонии подвязки. Это дочь Сони. Ей лет 17-18. Больше. Она старше Софи. Очень привлекательная девочка, правда? Очень милая. Она ровесница Софи. Тогда ей 19. А мальчик? Его здесь нет. Патрик. Чарльз видел его в прошлом году. Он такой милый. Но Софи он не очень понравился. Кажется, с ним какие-то проблемы. Друзья обеспокоены его судьбой. Он очень странно себя вел на одной вечеринке. Оборвал нас, а потом сказал что-то грубое и куда-то ушел. Она была очень огорчена. А это фотография Ройс, Саша, Надежда. Малышку назвали Надя. Она прелесть. Они Голицыны. Знаете, о чем я вдруг подумала? Мы говорили с вами об именах детей. Так вот, у тебя есть Софи, и у меня есть Софи, моя внучка. И наша бабушка была Софи. Она была потомком Натальи. Натальи Пушкиной. И у вас есть Наталья. И у нас есть Наталья. У нас есть Анастасия. То есть ты, Саша. Да. Александра. И у нас есть Александр в моей семье. Да, она Александра в той семье, по имени матери. На этот раз у нас Анастасия. В семье Джорджины нового младенца назвали Анастасией. А здесь новорожденную назвали Надеждой, Надей. И сестра моей матери тоже была Надежда. Так что все имена идут по кругу, через все наши семьи. Да, наши дети так или иначе носят русские имена. Мы это поддерживаем, и они это чувствуют. Это довольно странно. Никто не может это понять умом. Но мы все это ощущаем. Когда мы ехали в Россию, мы не знали, чего ждать, но мы чувствовали себя там как дома. Хотя все было совершенно иное. В России всегда говорят о душе. Мы все думали, что же это значит. Но когда туда приезжаешь, об этом не приходится говорить. Ты это чувствуешь. Я еще долго это чувствовала и после возвращения. Да. И теперь мы многое понимаем гораздо лучше, правда? Чтобы пережить это, надо туда съездить. Дети не очень хорошо понимают, почему мы были такие восторженные. Но когда туда приезжаешь... Да, действительно,
Это как сильный магнит. Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о други, для себя. Когда гроза пройдет толпой суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и, долго слушая, скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью.